Я сегодня расскажу о том, как настроить BIOS в материнской плате Foxconn A88 GMX. Вот так она классно выглядит. Собственно, для чего надо настраивать BIOS? Я скажу, для установки Windows, чтобы можно было устанавливать флешки, это раз. Ну и второй момент, это значит, если у вас два диска, вы там что-то поменяли, и надо настроить BIOS, чтобы загрузка шла с диска, на котором стоит именно Windows, да, то есть диск C, так называемый. Часто его делают SSD. Если у вас загрузки нет, то, соответственно, надо делать так. Итак, приступаем. Включаем ПК. Сейчас включаем его. У нас тут небольшой мониторчик есть. Нажимаем Delete. Так, вначале нажали Delete при загрузке Windows. Заходим в Advanced Features. Флешка у нас уже вставлена. Hard Disk Drives. Здесь на первом месте делаем Generic Flash Disk. На втором месте наш диск C, SSD диск. Ну и на третьем месте у меня уже жесткий диск стоит. Нажимаю Escape и Boot Device Priority. И здесь уже, значит, Generic Flash Disk уже стоит, все нормально. Поэтому установка теперь будет именно с флеш диска. После чего выбираем Save Changes and Exit и нажимаем Enter. OK, подтверждаем. И сейчас установка начнется именно с нашей флешки. Вот установщик. Try Ubuntu, install Ubuntu. Установщик работает, и вся загрузка произошла с помощью флешки. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.